30 октября 2015 года. Сейчас я нахожусь на Алтае. Вот, горы сказочные. То есть за спиной у меня эта гора сказочная. Покрылось все снегом. Наверное, теперь уже навсегда, потому что сегодня последний теплый день октября. Там будут заморозки постепенно. Вот сейчас капает снег, то есть дождь. Плюс 10 градусов. И главное, что все слышно, что происходит вдали, даже в деревне, когда кто-то бензопилу включал, или когда машина там по трассе ехала, а вон там трасса. Немножко слышно. А с другой стороны, здесь, именно где я, здесь такая большая, глубокая тишина. Ну, летом здесь, конечно, звуков больше, птички в основном радостные. И вот здесь вот один раз я был несколько недель назад. Здесь вот пролетела такая стая небольших птичек. И они пели песенки. Пели песенки такие, что просто услышав их, внутри раскрылось сердце. Просто сразу от одного звука. Вот. Сейчас там кто-то бензопилу включил. И это вопрос о том, что есть техногенные звуки, а есть натуральные, природные, божественные, если можно сказать. И вот эти звуки, они на вас влияют. Как? Одинаково или по-разному? Заметьте, ощутите сами. Что может быть для кого-то это так, а может быть для кого-то это не так, а может кто-то вообще не слышит звуков, потому что так к ним привык, ему без разницы. Все индивидуально, и я взываю вас ощутить, какие вам звуки нравятся, в том месте, где вы живете, и какие непонятно, нравятся или нет. Причем, если вам они не нравятся, вдруг вы ощутили, что там тиканье часов, или, может быть, там пиканье какого-нибудь там будильника по утрам, оно какое-то слишком искусственное, то либо у вас вариант есть, например, заменить это на более естественный звук, или убрать его, звук, который не нравится, либо второй вариант — изменить отношение к нему. Отношения легче всего изменить, когда вы понимаете, что это не навечно. Что на смену этого в вашей жизни может прийти более натуральный звук, более естественный и более такой раскрывающий чакры, так скажем. Если говорить эзотерическим языком. Ну, то есть больше раскрывающий внутренние чувства. Все проще. Вот этот звук какой-то появится в жизни, и вы, думая об этом, уже знаете, что все равно будут хорошие звуки, все равно которые вам нравятся, будут у вас. И поэтому вы уже, как бы, зная это, не печалитесь, когда слышите какой-то техногенный звук, то есть который вам не нравится, вы не печалитесь. А зачем печалиться, если все равно он временный, если все равно будет какой-то более приятный звук, который раскрывает внутренние чувства. В данном случае, конечно, вопрос главный в том, насколько мы, то есть как мы реагируем на те или иные звуки. Конечно, там, допустим, на подсознание, на мозг, на ДНК влияют техногенные звуки. Не очень развивающие. Но еще здесь важна наша реакция, что мы можем усугублять этот вред, а можем
не усугублять вред техногенных звуков, более спокойной реакции, более нейтральной, более благостной реакции. Задумайтесь об этом. Задумайтесь, ваш голос, вы сами производите своим голосом, какие чувства у людей? Даже не то, что там вопрос личного голоса, а вопрос того тона, который вы выбираете, когда говорите. Какой тон выбираете, когда говорите другим людям что-то, может быть, это позитивное чувство, может быть, наоборот. И звук влияет очень сильно на человека, может, даже сильнее, чем что-либо другое. Дарите другим людям спокойствие и оставляйте после себя надежду на лучшее. Что происходит с вами? У вас именно это и происходит, что вы подарили. В чем секрет? То, что мы хотим иметь сами внутри себя, надо просто дарить другим людям. Если вы хотите это иметь. Ну, это один из способов просто. Если вы хотите получить знания психологические, вот начните дарить их другим людям. Например, вы хотите получить радость, ощущать радость как можно чаще. Ну, начните ее дарить другим. Я сейчас вам что-то тоже дарю и это же получаю, получу. Ну, я пошел дальше.
норка. Нет, норка. Нет, не норка. Ты сейчас быстро поднимаешь, так кручу, только благодаря тому, что я для вас стараюсь записывать это видео так именно, чтобы быстро смотрели новые пейзажи, потом двигаться, поэтому мне легче. Потому что я делаю это для вас, легче подниматься. Я давно что-то внизу отдыхал. Тут же психология. Сейчас я делаю это с отношением для Бога, то еще легче подниматься. Понимаете? Бог, он один, но каждый верит в своего Бога, в свой вид Бога. Здесь это не так важно в данном вопросе, сколько действия для него, само ощущение. Он дает очень много силы. Чистоты сознания, чистота помыслов. И что? Спрашивает вечно сомневающийся ум. Ну что? А то, что есть, просветляется. То, что у вас есть, оно просветляется. То, что уже есть. Ничего нового. То, что есть, просветляется. Кажется, что вы приобретаете что-то новое, а на самом деле это то, что есть, просто меняет фазу на более светлую, на более яркую, так можно сказать. Очищается, яснее становится, яснее взгляд, яснее мысли, яснее взор, яснее понимание жизни. Я что-то понимаю, я лучше понимаю эту окружающую природу. Ну, такое ощущение. Ведь мне этого достаточно для жизни. Вот так вот. Вот куда сбор. Человек должен устать нормально, так поднявшись. В моем возрасте. С моими физическими данными. А нет. Большую часть времени я поднимался. Для Бога или для вас? Для Бога почему-то не. Еще легче было, чем для вас. Хотя вы есть часть Бога, поэтому я не противоречу здесь вам. Я ощущаю, что я иду для Бога. И это не меньше того, чем я думал, что если бы я шел для всего, что есть, для всего сущего. Но в данном случае может легче именно определять, что я иду именно для Бога, вот в таком ракурсе, в таком понятии. Может, как-то у вас по-другому будет называться. Ну, попробуйте, поэкспериментируйте. Например, какую-то сложную работу делать, которая рутинная работа, которая вам не нравится обычно. Может быть, вам что-то не нравится, Вам не нравится, пусть не нравится, но вы просто делайте это для Бога. Для Бога, понимаете? Хоть посуду для Бога. Многие уже не нравится мыть посуду. Хорошо. Давайте изменим отношение к этому действию. И все очень просто будет. Мне даже не нравится. Мне даже нравится трудность. Понимаете? Собственно, ничего нового для вас
не открыл совершенно. Вы сами это все знаете на своем языке, в своем понимании. Вдохнем. Вот. Все очень просто. Если ощущать, что это все очень просто, ощущать, что все очень сложно, это все очень сложно, заметили? А я хочу, я говорю, все очень просто. Эта дорога кажется простой. Так и всю жизнь. Эти горы стали больше, я поднялся. Все меняется, но меняется так, как оно было. Эти горы всегда были, но внизу они казались другими. Я мог по тупости своей сказать, что они выросли, их стало больше по количеству. Нет, просто открылась глубина, когда я поднялся, стал выше, взор стал чуть выше. Как раз глубина того, что уже есть. Вот, разве здесь нету параллелей с человеком, с его психикой, с его менталом, с этими процессами. Когда поднимаешься выше, выше, смотришь как будто со стороны, значит, на свою деятельность, на свои руки. Для начала с рук можно начать. Вы же сверху смотрите. Потом как будто вы смотрите на нос сверху. Как будто вы смотрите на голову сверху. Что там странного? Это просто игра. Вы смотрите сверху на голову. И вот уже тело ваше. Это не вы. Это то, что там где-то. Там. Снизу. Пробуйте. Это очень просто. Такое... простое действие, такое простое воображение, которое рождает совершенно иную точку зрения, иной подход к жизни. Иной подход. Вы заметили, сейчас ощутили? Вы уже более прост для себя, более простой человек для себя. Вы себя, значит, поняли лучше в таком случае. Если вы смотрите сверху, сверху. И все, и вся жизнь становится предельно простой, понятной, ну, собственно, такой, который вам, на самом деле, хотелось бы ощутить в самых лучших своих мечтах. Как это ни странно звучит, доступно в любой момент. Как только человек действительно захочет это, он начнет то, что он хочет. Потом я вам предлагаю захотеть это, посмотреть на себя сверху и... если вам сейчас это недоступно, как будто вам кажется, что вы сейчас не можете это, пройдет время, вы захотите это. Потом только это получится. Ну, это все просто. Сначала желание. Потом воображение. Как будто это уже. Потом все само открывается. Как будто и не было сложности в этом. А в этом и не было, и нету сложности. Все начинается с желания. Чего вы хотите? Не бойтесь хотеть, не бойтесь мечтать. Все доступно.
говорит, что это как будто уже случилось. Понимаете закономерность? Ее понимать не обязательно, пока не попробуйте. Как будто вы уже в этом состоянии, в котором хотите себя чувствовать, пребывать, в котором хотите быть, как будто вечно. Вот. Я хочу вечно быть в таком-то состоянии. Мне сейчас, ну, сегодня кажется, ну, просто сегодня кажется, что я хочу быть, ну, в таком-то вот виде спокойствия. Ну, у меня есть примерно вид спокойствия на заметках. Ну, вот я хочу, буду вид своего рода словами выражаясь, безмятежности. Ну, я хочу безмятежности сегодня, вот, пожалуйста. И как будто я уже в этом состоянии. Раз, чик, все переключается, мир переключается, как будто рубильник включили какой-то этой безмятежности. Все, пожалуйста, что хотите, то испытывайте. Это не просто. До новых встреч, дорогие друзья. Покупайте книги Нины Сумере на сайте ninasumere.ru. Как слышите, так и пишите.